Вид на горы, жаль, не на алтайские. Кучи строительного мусора выросли в одном из дворов в Екатеринбурге. Все из-за ремонта бомбоубежища, который тянется уже больше года. Все разрыли, увезли всю землю, сняли асфальт, начали делать облицовку. Такой большой дом, такое количество детей. Здесь раньше было спокойно, можно было гулять, сидеть там. Дети сидели на пледах, загорали. Больше всего местные жители переживают за детей. Говорят, из-за глубоких ям и металлических конструкций двор стал опасным местом. На табличке указано, что бомбоубежище принадлежит организации ДЭС-НГЧ-2. Однако по указанным телефонам никто не отвечает. На проблему обратили внимание и общественники. Они пообещали подключиться к решению вопроса. Сказать, что это ужас, это, наверное, сказать ничего. Мы обратимся в уполномоченные органы, в прокуратуру, к уполномоченному по правам ребенка и ко всем компетентным органам и специалистам для того, чтобы они дали правовую оценку вот этого бардака и бездействия.